Эта история началась несколько столетий назад. Тогда предки сегодняшних кочевников большеземельской тундры впервые двинулись от предгорий древнего Урала навстречу последнему морю. Длинный и тернистый путь Аргыш вывел небольшое еще племя к берегам моря Карского, за которым еще есть острова, но материка уже нет. Малая толика ненцев ушла на лодках в море и обрела землю новую. Остальные, насытив оленей летней обильной травой, выловив много изумительной невиданной рыбы, осенью повернулись и ушли вновь к уральским отрогам, чтобы рассказать всем, какую удивительную страну они открыли. Так начался древнейший 600-верстный кочевой путь частных оленеводов между сегодняшними Воркутой и Амдормой. Шли годы. Где-то в далекой Руси цари сменили князей. Все ближе и ближе подходили к тундре чужие, совсем чужие люди. Неожиданно из лесов вышли богатые зыряне, появилась огненная вода и много-много других чудесных товаров. Была особая природа у этих людей. Они уходили и от царских сборщиков, и от жадных зырян, неожиданно появляясь в местах торжищ и тут же возвращались обратно в тундру. Все знали, что они есть, но мало кто мог сказать, где они. С одинаковым равнодушием восприняли они пришедших из Сибири шаманов и следовавших за ними с православных проповедников. Помнили имена прадедов и передавали детям сказания, были легенды. Наш род Валеи по всей земле разбросан, потому что когда-то жили на одной скале, называется Валей скала. Их было 10 братьев. Осенью, когда ночью темные были, напала банда Ного и Тысья родом. Они были богатые валеи, за богатство видимо. Один из них убежал ночью, но его не смогли догнать. Гнались до самого моря. От моря скалы бросился на плавающий лед, но с Божьей помощью спас. В последнюю силе он попал в маленький чум. Море бросило возле маленького чума. И от этого наш род разброс. Был по всей нашей тундре. Род Няровей Валей, скажем, Пыингарка Валей, потом Ярки. Ярки был очень интересный человек. Я не могу думать, откуда у него такая сила духовная была. Потому что он боролся с лешим. Этот леший не смог победить. Тот сказал, ты детей твоих пугал, а меня уж не испугаешь. Потом, скажем, у Ярки был сын Григорий. Григорий был очень ужасно вор. Но он крепкий мужик был, сильный очень, его боялись. А Саркана ловил оленей с одного броска. Когда родился сын Тарас, после воровства бросил это. А потом, когда Тарас жить начал сам по себе, у него было 4 сыновей. Старший из них был Николай, называемый Николай Тарасович, наш дед родной. Ямпто в переводе с ненецкого означает «длинное озеро». Сегодня в этой кочевой оленеводческой общине 22 семьи, 130 человек. Валеи, Вылки, Тайбореи, Лаптандеры. Все эти фамилии были уже в большеземельской тундре в начале столетия. Жили своим трудом, не бедствовали. Богатеев и батраков в этой части тундры не было. Позже комиссары определят социальный состав здешних кочевников как крепкий средний. Рыба и пушнина бойко шли на печорских и уральских ярмарках, куда каждую литовку и зимовку наведывали семейные промысловики. Где-то в России бушевала гражданская война, а здесь, на краю земли, ее дыхание ощутили лишь потому, как исчезли купцы, а с новой земли началась массовая миграция немцев-промысловиков. К архипелагу перестали подходить скандинавские суда, умерла торговля,
и жить на острове стало крайне сложно. В числе переселенцев был и Кирилл Петрович Соболев, отец Ильи по материнской линии. Ой, вас понял. Матери отец Кирилл Петрович, он жил на новой земле. Они жили нормально, очень хорошо жили. Заключили договор с иностранцем напрямую, сдавали пушину, те продавали ружья, патроны и продукты. Первые годы у них было так. Как мы хорошо жили, вот этот несчастный Ленин все повредил, все перевернул. Как он покрывал этого Ленина, что как ему хорошо было там на новой земле жить. И потом прогнали же их. Вот такая небольшая история о своих родных. По отцовской линии род Валеев возглавлял тогда Тарас Григорьевич. И родился уже Николай Тарасович, человек, которому при жизни было суждено стать легендой. Кочевье не прекращалось. Все прибывающие находили себе место на берегу моря, но многие из зимовки оставались на Урале. В 1929 году тундру поразила копытка, страшная болезнь, унесшая тысячи оленей. Многие кочевники просто разорились. Вслед за эпидемией в большеземельскую тундру хлынули сотни ненецких семей из центральной части округа. Там уже активно шла коллективизация. Насильно создавались колхозы, зажиточных оленеводов лишали избирательных прав, начались репрессии. Когда копытка была в тундре, много оленей умерло. Очень много оленей умерло. У Николая Тарасовича 80 оленей всего осталось. Но мы ничего, пережили. Тогда моя мать еще жила. Мне как раз говорят, 7 лет было, когда первый раз народ загоняли в колхоз. В то время наш чум за маяком стоял. Это около Андерма. В тундре много народу было. Очень много соседних кочевников к нам съехалось. Никто не хотел в колхоз идти. Мы за Урал пошли, за Обскую губу пошли. Думали там жить по своей воле. А там тоже в колхозы идти надо. Мы обратно вернулись. А Николай Тарасович в колхоз все равно не пошел. Налог сказали платить, большой налог. Всех оленей надо было отдать. Тогда Николай Тарасович на своих оленях людей стал по тундре возить. Потом в войну уже почту возил. Нас тогда не трогал никто. Мы хорошо жили. Оленей своих пасли, писа ловили. Только вот отец все людей возил и возил. А откажешь, в тюрьму посадят. 25 лет. А если вред какой, 50 лет. Но, с другой стороны, паёк давали, деньги давали. Вот так мы в колхоз не пошли. А на Урал тогда идти боязно было. Ha!
община – самое точное определение сегодняшних большеземельских кочевников. Большинство оленеводов ими зашли. Банду хотят арестовать, документы оформляли. А что оформлять? Никакой мандалы нет. К деду пошли, Тайбарею Афанасию. Потом по чумам поехали. Всех в Каратайку собирать, в колхоз «Дружба народов». Всего 13 человек собрали, с каждого чума по человеку. Я вместе с отцом Николаем Тарасовичем поехал. Собрали нас в Каратайке на суд народа. Говорили, в колхоз идти надо, а то в тюрьму посадят. Документы какие-то оформили, кому в какой колхоз идти. Не должен человек на воле жить, так говорили. Я обещал Коми идти, Вылки карским колхозникам, другие к зауральским. Все пообещали, а потом подсмеивались. Никто в колхоз не пошел. Кому охота по чужой воле жить? Через год Николай Тарасович возобновил кочевки. А власти забыли об этих людях на 30 лет. Баттандер Александр Степанович, он приехал к нам с Урала где-то в 76-м году приблизительно. Он, значит, у нас жить начал. Тогда у нас не было такой сильной поддержки, чтобы человека сразу пришел да убрать. Вот если в сегодняшнее время, мы бы, может быть, и не дали бы, чтобы прийти нам и поселиться на нашей земле. А сейчас его не выгоняем мы, значит, за что выгонять, если, например, человек хоть уральский, но ничего вреда не делает. Александр Степанович Лаптандер с Урала бежал. Невероятно, но в 1976 году его семья подверглась раскулачке. Байдарасский совхоз, что под Салихардом, решил экспроприировать 3000-е стадо Лаптандера. В тот год мы перед самым Уралом были. На Бессов идти хотели. Вдруг смотрю, над чумом вертолет кружит. Олени-то у меня в горах тогда паслись. 3000 оленей было. Тут же люди русские в чум пришли. 4 человека, 2 милиционера, один из совета, другой из колхоза Байдарасского. Тот, что милиционер, в чум зашел и сразу винтовку мою взял посмотреть. Говорит, дружишка хороший у тебя. Вот затвор только слабый. Я потом смотрю, затвора-то и нет. Стащил затвор. И стали тут говорить, какой плохой я, что в колхоз не иду. А потом говорят, надо, мол, у тебя оленей лишних забрать. И решили оставить мне по 70 голов на человека. А на женщин совсем ничего не оставить. А в тот момент погода плохая сделалась. Я сыну Илье говорю, иди и полстада отпусти по склону горы от нашего чума. Он так и сделал. На утро полстада только русские делить стали. Забрали моих оленей и ушли. Ой, жаль мне было моих оленей. Через год слух прошел, что Лаптандер только половину оленей колхозу отдал. Мне говорят, милиция к тебе собирается, все остальное отнимут, а тебя судить хотят, в тюрьму посадить. Что мне делать оставалось? Собрал чум, стадо и пошел в сторону кары. Никому ничего не сказал. Сюда пришел и между вами ничего плохого не вижу. А в колхозе что хорошего? У них достатка нет. Начальников только много. Очень много. Ну, тянь, мир, гатар, тянь,